Так, четыре сестры играют. Видите, как? Развлекаются. Здесь подстилочки, здесь вот дети развлекаются. Смотрите, какая яблоня шикарная. Столько яблок там. Но этому дереву, наверное, лет 15. Конечно, очень красивое и плодоносное. Не сравнить, как у меня. И вот болельщики, болельщики, видите? Игрушечка с нами. I love the effort. I love the effort. The enthusiasm on that swing was enough. Арбузик мы купили, обалденный. Вкус просто специфический. Very tasty, very tasty. Все, прощается. Одна семья уходит. Показываю такой замечательный домик, слушайте, просто прелесть. Смотрите, какая красота. Ну ладно, эти головы, конечно, я не воспринимаю. Чтобы они находились в доме, чучело эти. Но смотрите, какая прелесть. Я бы хотела такой иметь домик. Типа дача. Все в дереве, зона. Обеденная зона. Вот немножко кухни. Так, реструм. Ванная комната. Ой, как замечательно, найс. Такие диванчики, видите? Охотничий принт. Просто прелесть. Маленько. И наверху спаленка. Класс. Прохладненько так здесь. Необычно. Обычно на втором этаже жарко, душно. А здесь так прохладно. Ну, потому что кондиционер. Видите, три спальных места. Отлично. Отлично. Вот видите, как мы разместились. Удачно в гостевом домике. Телевизор. Половина компании разбежалась, и вот половина еще осталась. Мы приехали уже на другую зону, будем отдыхать возле гостевого домика. Сейчас развели костер. Еще есть детки. Короче, будем жарить этот зефир, класть между печенюшками. И вот такая их американская забава и традиции. В общем, посмотрим, что они натворят, что они приготовят. А вот и моя семейка. Снимаю, как пока еще светло. Ух, классный такой костерчик. Такие бревна большие. Картошечку бы запечь. Вот это зефир, маршмеллоу.
типа нашего зефира. Там плавится, когда он чуть-чуть расплавится, нужно класть между двумя печенюшками. Between two crackers. Вот, мужчина готовит. It's a zen. Мужчина, man. Вот это специальный special chocolate. Special chocolate? No. This Hershey's chocolate. It's no special, give me one. No, not special. Give me one piece. Yeah. Open it up and put chocolate on it. Okay. Thank you. Oh, первый пошел. Yeah. Вот детская забава. Okay. Who is this? I make video. Dang it. I make video. Give it to your brother then when he comes out. Вот так смотрится этот домик, хорошенький. Don't tell you eat it. No, those ain't open yet. I got all the things over here. Oh, okay. What do you want? Do you want? Mars, you want it? It's hot. It might be. It's hot. You got it? Okay. Dad, I want my crackers. Crackers. Oh, Dad. Yeah, she needs crackers. Help. I don't have one already. Oh. I would like full set. Okay. Okay. Sandwich, please. See? No, but I have. No, okay. She didn't want double. Any more chocolate. Double. Yeah, that one's good. Okay. Is this sandwich? Yep. Yeah. American tradition, yep. Party, summer camping, summer tradition. Oh, geez, campfire I know tradition. Papa, or you can eat just the marshmallow. That's what I like. I don't like. You don't like? I only eat this. I don't like the three together. Yeah, you maybe. Do. Maybe know. You know American woman. No, she's not. Not. What? Mine's perfect. Mine's perfect. What's this? Debbie. Dale's sister. Did you see that? This is Debbie's daughter, yes. Right? Cassidy. Cassidy. Yes. Cassidy. Yep. Cassie. Yes, Cassie. Who's this? This is Debbie's husband? Yeah. Zane. Okay. No, I know. It's a joke. Okay. It's a joke. It's my joke. Oh, okay. Mav, you want to do just a marshmallow? What? You want one? What you mean? Make a good one. You're going to make one. Make it worthwhile. Do you want to eat just a marshmallow? Oh, okay. Like a double marshmallow and a... Okay. Well, pop this. Hook me up, Papa. Do you want to do two or just one? What's такой американский отдых? I like mine. После большого обеда. Честь Джеппи. Прощального обеда. Так, идемте посмотрим, что там в огороде. Девочки, а здесь растет, по-моему, фасоль. Я не думаю, что это горошек зеленый. Это, по-моему, фасоль стручковая. Посмотрите, какое огромное поле. Okay. Так, я буду делать эксперимент. Эксперимент. Мой эксперимент. Лила. А! How many? How long? How long you want it? If you want toasted, fire, burnt? What, pure blast? Start burnt. Oh, yeah. It'll make like
grill. Yeah. Then you ready? Give me great crackers, chocolate. Mm-hmm. I think it's done. Oh, now blow. Так, yes. Thank you. It's my sandwich. Make by myself. Yeah. Good. English good. Yes. Thank you. Only vodka on there. Bon appetit, Lila. Like a vodka. Okay. Cheers. Cheers. Так, next. Everyone's got their own technique. They're making sandwich. See, and I've used those. Oops, it can have. It's a burn. Oh, I like it. Finish. Cookies that Keebler has, those work too. Ой, смотрите, что Дэл делает. Превращает в какашку. Now it's done. What the? The cracker to get it off. Oh. He makes you down, Okay. When you're done with these sticks, you want to just set them by the sink and all. Say hi. Say hi. I'm so glad those people didn't. This video to my friends. Her friends in Russia. Yeah. Say hi. Hi. There you go. Thank you. Who's next cracker? Okay. Dad, I think that's a racist. Tastes good? Oh man, did my fire go out? What? You don't want that part? Can I eat it? Oh, that was a good one. I know. Dang it. That was nice and golden brown. That's gonna fall. I'll work another one. Whoa, that looks like a Christmas ornament. Wanna try it again? Sorta. Дэл как стекло дул. Посмотрите, что он мне делает. Well, it looks like a couple of them fell in there. Yeah. There you go, Lila. Okay. Dang, this is a better spot now because you have a little bit more flame over here. Oh, well, watch out. Don't walk in here. Вот так зефирчик расплавился, плюс плиточка шоколада. Печенюшка. И накрывается сверху еще одна печенюшка. Крекерсом. Все. И сэндвич готов. Thank you. Смотрите, кого я увидела. Кузнечик, что ли. Ночной кузнечик. Смотрите, не улетает, я уже так близко к нему приблизилась. Наверное, дремает.